Так, ну давайте, ребята, попробуем оживить это лицо, которое сейчас выглядит, конечно, не как лицо. Но ничего, мы сейчас с вами сделаем следующее. Так, берем этот один цвет, оставим. Или два, пускай будет два, ладно, не мешает. Единственное, что я у них сейчас отключу, возможность кидать тени. Где он-то у меня? Вот. Так. Объект мод. Шейдинг отключим. И у второго тоже отключим. Вот так. Сейчас не будет шейдинг так хорошо. Так, что же нам сделать теперь перво-наперво надо? Ну, надо пойти в объект мод. Почему в объект мод? Ну, надо пойти в edit мод. Да, и вот здесь. Ctrl-R. И делать вот так. Так. И вот эту грань, надо ее передвинуть, ребята. Я так чувствую. Вот так. А здесь точку надо передвинуть. Вот эту вот точку надо передвинуть. Так где-то. Так. Эту чуть вниз. Тогда должно все получиться. Так, и еще одну сделаем сейчас. Еще одну грань сделаем. Ctrl-R. И опустим ее вот сюда. Угу. Так, теперь выделим вот эти полигоны. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И скажем Е. Вот такой вот ему. Сейчас бороду приделаем. Но ее надо поправить будет. Поэтому сюда. Берем двигаем сюда. Так, я смотрю, я переворщил тут, секундочку, назад отыграем. Так, это поднимем и немножко сдвинем. Хорошо получается, прям в стихах говорю. Так, что еще? Сразу покрасим. Так, ну тут что-то я все время перебарщиваю. Если уже двигать, то все вот эти. Так. Угу. Вот так. Так, где у нас тут покраска? Layout. Вот так.
Сейчас мы выберем эти полигончики. Вот. Вот так, секундочку. Перейдем сюда, полигон. Раз, два, три, четыре. И скажем Ctrl плюс. Вот так. И засунем куда. Ну, сделаем такую коричневую бороду. Уже. Вот. Далее нам надо сделать типа усов еще, наверное. Как их лучше сделать? Сейчас подумаем. Кстати, это мы, наверное, ниже опустим. Вот так. Вот. Это повыше. Чуть-чуть. Так, вот я смотрю для усов. Вот это место неплохое. Это здесь надо еще, наверное. Но прежде чем мы это сделаем, нам надо сделать следующее. Давайте мы вот сюда пойдем. Так. И мы поступим следующим. К возьмем. Здесь вырежем. Здесь вырежем. И вот тут вырежем. Так. Опа. Так просто не играют. Так. Enter. Вот так. И теперь выделим полигон. Е. Так, а дальше? Как бы. Давайте еще. Точками поработаем. Во-первых, я бы хотел эти две точки выделить и подвинуть немножко вот сюда. Так, а эти, наверное, я оставлю. Так. Вот это будет первая точка, вот это вторая. И если я скажу Alt-M, он спросит. Он ничего не спрашивает. Угу. Ничего не спрашивает, зараза такая. Теперь он спрашивает. Так, первое, да? First. Вот, он соединился. Так, теперь я это подведем поближе. Видать, слишком далеко, он не понимает, что от него хочу. Так, вот я выделил первую, вот вторая у нас. Alt-M опять не хочет. Ну, пускай в центре будет. Бог с тобой. Так. Хорошо. Ну, вот теперь как бы с носом определились. Можно сделать усы. Это у нас будет еще раз Ctrl-R. Это очень странно. Почему он так себя повело?
Ну ладно. Скорее всего, какой-нибудь тут нормально, какая-нибудь не та. Потом выправим нормально. Да. Вот отсюда и вот сюда. Enter. Так, а эту точку поднимем сюда поближе. Тут, а тут воспользуемся УКК, и вот тут тоже разрежем, вот так. Ну и попробуем сейчас, что это будет. Раз, опа. Точечно надо. Раз, два, три. Допустим, да, и тоже Е выдвигаем, вот так. Мне кажется, слишком далеко. Секундочку. Назад отыграем. Еще раз назад. И сделаем вот так. Вот здесь К. И вот отсюда доведем. И Enter. Все. Теперь должно быть нормально. Раз, два, три. Е. Вытащили. Так. Угу. Не многовато ли будет? Так, достаточно. Так, и здесь сейчас с точками поработаем. Точка раз, точка два. G. Так. Точка. Тоже немножечко ее подвинем. И вот эти две. Вот такой, да? И покрасим тоже. Раз, два, три, четыре и контр плюс. Оп. Это нам не надо. Это отключим, это отключим. Это добавим. Все, да? Нет, тут еще. И тоже его красим. Идем сюда. Ант. А что он тут не выделился? Выделиться должен. Вот так. И давайте это подвинем сейчас G. Вот сюда. Угу. Так, хорошо. Теперь с глазами надо решить. А с глазами мы поступим так. Как? Разрежем здесь. Enter. И разрежем вот тут. Есть. Далее. Выделим. Внутрь чуть-чуть. И в бок. Кстати, здесь тоже можно.
Так. Выделим эти два полигончика сейчас. Раз, два. И потащим их в черный цвет. Или с темно-коричневый. Даже вот этот треугольник был лишний. Я думаю, он был лишним. Вот так. Выделяем его и тащим сюда. Готов. Ну и добавим немножко ему грозности, да, моделинг. То есть вот эту точку надо, вот эту точку, эту надо опустить вниз. Вот так сразу, видите, он такой нахмуренный получается. Так. Смотрю, что усы у нас немножко в разбег получились. Сейчас поправим. Так, этот. Вот это сюда. И внутрь. Отлично, все нормально, хорошо. Так, и останется нам в следующем видео сделать шлем. И все будет готово.